какой-то мини-парк возле Будды Большого, у которого мы были. Красиво очень. Все так ухожено, пострижено. Собака вот к нам привязалась. У нас ничего даже нет для нее. Она прям дышит. О, бедолага. Отсюда тоже вот вид на Паттайю. Паттайю. Какие-то ребята отовсюду понаписали на дереве. Очень жарко. Кругом дельфины. Одного видели, злобный такой был. Ну, этих нормально. Какой-то дядька стоит. Боюсь ошибиться. Я про того тоже думал, что это король. Собака вниз вон уже спустилась к воде. Может, она поплавать хочет? Не трогай лаврушку. Цветочек упал, я его не рвала. Это думаешь, этот? Я думаю, что это дерево. Ну, естественно, это с дерева. Но ты думаешь, что это орхидея? Нет, сомневаюсь. Я что какая-то орхидея. Я даже не предполагал, что это она. Я знаю, что это орхидея. О, зенит. Зенит. Чемпион. Чудесно. Руссо туриста. Жопа. И все такое прочее. Ужас. Кто? А, вот, блядь. Лёгко, нельзя умыть, нельзя. Ой, слушай, они как пахнут. Ну, это эти, которые возле гостиницы растут. О, мылом какие, понятно. Я отнюхал уже вчера вечером. А вот какие-то финики. Это, наверное, эти твои манги. Не манги, а папайи. Да, по внешнему виду похоже. Вон они, кабачки эти. Кабачки, да. Здесь они еще недоразвиты. Так что. Вот они, огурцы. Собака может не разуваться. И ходить куда хочешь. Жутко душно. Вот, сейчас еще выйдем. Ну, я думаю, дядька с бородой не обидится, что собака туда зашла. Ну, а на нас ему тоже что обижаться. Мы. Хсинтанг. Classroom of Confucius. Конфуцианство. Что-то такое, 2002 год, какой-то постамент, какие-то миллионы, 4 миллиона, 4 миллиона, 500 тысяч, 400 тысяч, 200 это тысяч. Это 4 миллиона, это 4... Миллиона и две точки. Это что, копейки там еще что-то как-то так? А, ну да, так. Какой-то менеджмент, что-то такое, может, денег отстегнули, не знаю. Мы вниз пойдем туда, нет? Куда? Как скажешь. Тут какие-то вот сцены. После Хьянца, отец, что-то. А,
Она нас догнала. Она не потеряла надежды. Это что означает? Не знаю. Ну, что-то рассказывают. Когда чу, что-то чу, какому-то шушчангу. Было что-то там, сколько-то лет. Золото в земле что-то. Не знаю, всякие сценки из жизни. Объемные. Вот, наверное, прелюбодеяние какое-нибудь. О. Почему это? Не знаю, тут что-то сиську кому-то дают. Ее с ее молоком что-то, когда. Да, ну, лень читать, жарко очень. Кажется, что я не умею-то? Могу прочитать. Что? Что тут? Ну, ну как. Ну как желание, да. Как вокруг оленя у нас, да? История о The 24 Gratitudes. В общем, не умею читать. Что? Он закончился. Вот эти два красавчика. Майк Майл на лапы наступил, а он не очень рад. Не очень рад? А что это у него морда намок, что ли? Они повернуты вот, один и второй. Ой, сфотографируй меня вот. Ну, сейчас тогда камеру надо выключить. Все, сейчас камеру выключу, сфотографирую.